Ужлан, Гулия, Лабай, Шалта. Деда сиди наме, не жвеёя. Уж тай и вальсёкас бус, так слюднас, и поводинилас ё кайнякимба. За окном дождь, холодно, дед сидит дома. Поэтому и вас будет такой грустный, и называется он «Когда не клюет». Taisyklių be išimties. Yra tokia žuvytė, maža, skani, aukšlytė. Ir jų dabar prigaudyti problemos didelės nėra. Gal didesnių sunkiau, bet smulkių možno prigaudyti ir daug. Už tai ir valsas bus dabar linksmesnis. Но есть исключение из правил. Есть такая рыбка, как уклейка. Ее теперь поймать у нас совсем не трудно. Не везде, но есть места, где крупная, как Нормут говорил, гигантская, там она капризничает. А вот средняя, нормальная, этой проблемы нет поймать. Поэтому и вальс будет немножко, может, веселее. Thank you.
pažiūri orų prognozę, tai puiku, nukryt jau pradės šilti. Pavasaras ima savo, jau ryt bus šilčiau, kaip šiandien poryt šilčiau, ir jau tada žvejosime. А посмотрев ещё прогноз погоды, на душе становится легче, светлее. С завтрашнего дня уже станет теплее, и каждый день будет теплее, теплее. Весна своё берёт. Православные, Христос воскрес!